Hi guys, welcome back to Junris Vlog at the Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today, as you can see also with my thumbnail, Polish hooligans could not cope with three Russians, Marine, paratrooper, and construction battalion against the crowd. Oh my god. Like the video itself, it's so interesting. And credit to the owner also with the video to Army, the true story and the stories. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy, and I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Wow, thank you so much for this video. How are you all guys? Несколько лет назад работал я на стройке. Устроился к нам на работу электромонтажник. Здоровенный такой мужик. Звали его Вадим. Ну и как водится, после первого рабочего дня пошли мы знакомиться ближе. В ближайший бар Вадик проставлялся коллективу. Слово за слово рассказал он забавную историю. Как он ездил на заработки в Польшу в конце 90-х. Сам он из деревни, где хорошей денежной работы, как вы понимаете, нет. Был у него в деревне друг, который вот уже несколько лет покорял просторы Европы. В основном на стройках, нелегалом. Его звали Сергей. В армии служил в строительных войсках. Там и нахватался навыков в строительстве. В один из приездов на родину стройбатовца, Вадим с еще одним другом, Ромом Арпех, уговорили взять их с собой в следующую поездку, денег заработать. И вот формальности в виде получения визы преодолены, и парни двинулись в Польшу. Сергей ездил на работу на своей машине. Это, конечно, добавляло трудностей в пересечении границы. Но хозяин барин, на машине так на машине. Границу пересекали между Украиной и Польшей. Украинскую прошли без проблем, а вот в Польшу не пустили. Сказали, что пассажиров в таком состоянии в страну не пустят. Проспятся? Милости просим. Действительно, Вадик с Ромой на заднем сиденье хорошо пристроились, всю дорогу на радостях бухали. Ну да ничего страшного. Припарковались на нейтралке и до утра хорошенько выспались. Утром была уже другая смена на таможне, и парни благополучно въехали в Польшу. Wow. Работать устроились в маленьком городке, у местного прокурора дом с нуля строить. Объемы работы были большие, на несколько месяцев. Зарплату платили еженедельно. Несмотря на то, что работали нелегально, чувствовали себя вполне свободно. Прокурору все-таки строят. Он им сразу сказал, по городу можете ездить куда хотите, никто не тронет, в соседние города ни ногой. Коррупция, она и в Польше коррупция. Получают парни первую зарплату, выходной, воскресенье, понятное дело, надо отметить. Набрали местного алкоголя, мяса для шашлыка, праздник жизни в общем. Ну а после третьей бутылки нас мужиков куда тянет? Правильно, к женщинам в общем. Вечерело. Сколько было выпито к моменту принятия решения искать приключения? Не знаю, но думаю очень много, в понятиях среднестатистического человека. К слову сказать, Вадим служил в ВДВ, ростом под 2 метра и весом около 100 кило. Пол-литра мог сам выпить, для разгона, и в нашей компании никогда его сильно пьяным я не видел. Рома и Сергей, по его словам, такие же. Сергей на правах уже почти местного предложил, а давайте на дискотеку сходим, я знаю где. Покорять местных девушек отправились пешком. За руль пьяными в Польше нельзя. По пути на дискотеку заходили в несколько баров. Роме в одном из них приглянулась одна девушка, и он уже хотел было остаться там, но она ведь одна, а парням ведь тоже надо. И компания двинулась дальше. Перед зданием ночного клуба был большой пустырь. И тут Вадим, вспомнив, как заканчиваются дискотеки у них в деревне, предложил, мало ли чего, давайте где-нибудь здесь припрячем 3 дрына побольше. Вдруг местные бузить начнут, а нас только 3. Так и сделали. Сломали у ближайшего дерева по увесистому бревну и спрятали под одиноко растущим деревцем, чтобы в темноте ориентир был. И вот они на месте. Народу много. Все веселятся, танцуют. Парни тоже пошли в пляс. На этом, может быть, все и закончилось. Но ровно через минут 15-20, размявшись в танцах, они начали знакомиться с девочками.
Языкового барьера не было у Сергея, он в Польше не первый год, а Вадик и Рома тоже вполне могли сносно объясняться на польском. Польские и русские языки немного похожи. И тут я смотрю, пацаны местные начали коситься на нас и в толпу организовываться, говорит Вадим, накрылись наши амурные дела. А потом, говорит, как-то в один момент все девки куда-то пропали. И в зале только мы с тремя девчонками и полный зал местного мужского пола. Одна из новых знакомых говорит, бить вас сейчас будут, не любят наши парни, когда чужие к девушкам подкатывают. Действительно, подходит один из поляков и говорит, мол, дело есть, и на улицу приглашает. Все, романтика закончилась. Мы, в общем-то, и не против были помахаться, но тут девчонки уже практически наши, вздохнул Вадик. Выходят на улицу наши парни. Если Рома и Сергей действительно такие же, как Вадик, то одним внешним видом можно решать любые вопросы, но не в этот раз. Начались вопросы, расспросы. Кто такие, откуда, где живете, что тут делаете. Короче говоря, как дома, ищут зацепку. Разговаривает в основном Сергей, как носитель польского языка. Толпа собралась большая. В ходе разговоров подходили все новые и новые поляки, постепенно окружая наших со всех сторон. Первый удар пришелся Роме в спину. Этого ждали все. Как сказал Вадик, наконец-то кто-то начал. И вот трое крепких русских парней, десантник, морпех и стройбатовец, раздают наглым местным звездюлей. Хоть толпа и была большая, но все в драку не лезли, а те, кто лез, мешали друг другу. Немного отмахавшись, Вадик вспомнил про спрятанные бревна. «За мной на пустырь!» – скомандовал Вадим. И все трое, вырвавшись из толпы, побежали к одинокому деревцу. «Оглядываюсь», – говорит Вадим, – «а за нами полчище какое-то бежит». Добегают к деревцу, останавливаются, ждут, бревна в руки пока что не берут. Как только подбежал первый преследователь, наши хватают бревна и в толпу. Махались как богатыри в мультфильме, несколько раз друг другу приредили. В темноте не видно же, как только ряды местных начали редеть, норов их также поубавился. Мы развернулись и пошли себе спокойно. Желающих получить звездюлей больше не было, говорит Вадик. Но как только мы отошли метров на 100, человек 20 решили, что мало. Эти решительные наглецы, используя опыт наших парней, где-то выломали палки и бежали уже вооруженные. А наши-то ребята бревна оставили на пустыре, ну да ничего. Отняли палки у первых, кто подбежал, и отоварили ими всю толпу. Порванные и помятые вернулись на стройку. Заслали сторожа в магазин за лекарством и, подлечившись, довольные легли спать. Эх, жаль, девок не пощупали. Но зато как здорово помахались, вспоминал Вадик. На утро приехал хозяин, прокурор, и говорит, «Это вы вчера вечером драку в ночном клубе устроили?» «Нет, мы вон шашлыки жарили», – оправдывается Сергей. «Не врите, русских кроме вас в городе нет. Вчера в больницу за помощью обратилось человек 30, переломы, ушибы, сотрясение мозга и так далее. Потерпевшие сказали полиции, что вас было человек 20, и все говорили по-русски. Все это подтверждают». «Они заявили, что вы на них напали. Я вопрос уладил, насколько мог. Но вы, если хотите работать до окончания строительства, с территории больше никуда. Если вас увидят в городе, у вас и у меня будут проблемы». Парни решили остаться. Хозяин привозил им все, что нужно. Еду, сигареты, пиво, на водку поставил запрет. Выстроив дом, парни получили деньги и ночью, пока город спит, укатили на родину. Такие вот дела. This video, I find it nonsense, but there is something special on the video that you can learn about it also, that you have to be around with those ladies and drinking some vodkas and something will happen at the end of the night. But it, I find it funny and interesting at the other side also. Oh my God, I hope guys you enjoyed watching with this one. Let me know also what are the details of this video at the comment section. What are your thoughts with regards to this video? Please comment down. Section. I hope guys you enjoyed watching with this video, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's on the description box below. Thank you so much Prevet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye and see you in my next video reaction. God bless po and mabuhay tayong lahat.